Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем серию наших интервью с героями Московской Олимпиады. И вот знакомьтесь, мы сейчас находимся в квартире Светланы Ивановны Крачевской, серебряной медалистки Московской Олимпиады, участницы трех Олимпиад, заслуженного мастера спорта. И, Светлана Ивановна, первый вопрос. Мы в квартире находимся, это дом, это олимпийская деревня. И именно здесь, вот в этих помещениях, жили, как я понимаю, спортсмены. И вы, наверное, в том числе. Да, в том числе и я. Наш дом был 10-й, и, естественно, мы приехали, посмотрели, точно в такой же квартире и я жила. С Ирой Назаровой, олимпийской чемпионкой, в одной комнате. Так как квартира трехкомнатная, в каждой комнате было по два человека. И мы жили с Ирой Назаровой. Мне здесь все нравилось тогда. Ну, естественно, что нравилось. Условия были прекрасные. Так что мне здесь все знакомо, все очень дорого. А чем вообще, вот расскажите, понравилась олимпийская деревня? Это вот все-таки уникальный район для советской эпохи, по сути. С такой инфраструктурой, стадионы, значит, концертные залы. Вот что из себя представляла олимпийская деревня в тот период, именно во время Олимпиады? Вы знаете, как говорится, все за одним забором. Город в городе, я бы так сказала. Абсолютно здесь все. И места развлечений, и даже для верующих были места молитвенные. Угу. То есть, наверное, и христианская, в том числе, мусульманская была там, и другие, я это знаю. Были музыкальные залы, конечно, стадион, бассейн, дорожки беговые. Потом у нас же парк очень хороший в олимпийской деревне. Сейчас он облагорожен, так очень красиво, хорошо. Тогда было поскромнее, то есть не так красиво. Почему? Потому что сейчас деревья выросли. 40 лет. Деревья. 40 лет прошло. Это большой срок. И когда мы въехали в олимпийскую деревню, деревья стояли как подростки маленькие, как начинающие спортсмены. Вот. Но тоже было интересно. Вот. Ну, организация питания очень хорошая была. 4 ресторана. Практически круглосуточная. Я потом узнала только, что нужно в парикмахерскую было ходить бесплатно. А я не знала. То есть не знала, потому что так было ответственно. Стресс. Да, еще стресса не было. Стресс наступил потом. Да, все внимание только подготовки и только мысль, как выступить. И, конечно, удачно надо было выступить. То есть планы были именно такие. Поэтому особо я, конечно, нигде не развлекалась. Да, ходила. И там, ну, бесплатное питание, само собой. А сейчас, где эти магазины находятся тогда, там были... Ну, их продавщицами сложно было назвать, такие тачки с мороженым и напитками. И вот она стояла, там и одна женщина, где-то там другая вдали, как увидит наших российских, там, СССР. Девочка, девочка, иди сюда. Вот, и самое вкусненькое, вот, я говорю, а, да, говорит, я своих люблю. И вот так нас баловали. То есть все было прекрасно, отношения хорошие. Ну, какая-то дружба, какая-то единение такое. Не чувствовали никакой угрозы, с учетом того, что у меня 3 Олимпиады, особенно в 72-м году. Там первая Олимпиада, это уже стресс, как только сказали, что я еду на Олимпиаду, это все, начало стресса. А потом все, что там случилось с захватом, ну, спортсмены, террористы, да, арабские, да, захватили, да, израильскую сборную. Палестинскую. Да, палестинскую. Вот. И так получилось, что женская половина, то есть женщины-спортсменки, жили совсем за другим забором, на общей территории, но за другим забором. И нам с этажей была видна эта часть, вот этой территории, вот, кого там захватили. Ну, так как мы были вдали, мы ни выстрелов, мы ничего этого не знали и не слышали. А утром, собираясь, ну, проснулись, Зоя Евсеевна Петрова была такая, есть, наверное, она до сих пор тренер. И она сразу по комнатам, девочки, девочки, то есть на завтрак выходим, а у нас в коридоре, ну, почти у каждой двери стояли полицейские женщины. Мы не понимали, как это, в
все, ложились спать, никого не было, а тут полицейские. Ну и потом уже, когда Зоя Евсеевна, она же тренер, она раньше все узнала, собрала нас быстренько, объяснила ситуацию, что вот такое случилось. И все, значит, буквы СССР снять, гербы снять, их только в ресторан поесть и сразу назад, никуда не ходить, ничего. Но это, конечно, очень сильно напрягло. Все, я думала так, первое, что я подумала, Олимпиады не будет. Я только попала и уже не будет. Это так страшно было. Но потом, когда все как-то образовалось, довольно трагически для тех и других, вот. Ну и все-таки Олимпиада состоялась. Ну и слава Богу, как говорится, что я сумела собраться, хотя тоже я там напортачила довольно прилично. Вот, я пробных попыток, это сейчас дают две попытки по современным правилам, а тогда выводили за 40 минут и пробных делай сколько хочешь. И я там так натренировалась, что все свои лучшие результаты я показала в пробных. А подсказать некому было. В итоге... По правилам же тренер легкоатлетов сидит... Не имеют права никто, да. Тренера моего не было. Был только тренер Чижовый. Но он мне не крикнул, не подсказал, да я не знала, где он сидит. Остановись. Да, да. Остановись, хватит. Та же Надя Чижова могла тоже подсказать мне. Что ты делаешь? Это не тренировка. Вот. Ну, короче говоря, проиграла 11 сантиметров болгарке Христовой. 11! Ну ладно бы метр, я бы не плакала. 11 сантиметров третье место. Это за третье место? За третье место. Я стала четвертой. А результаты, когда разминались, какие были? А все. Я точно должна была быть третьей. За 19 летела только так. Элементарно. А потом, когда начались соревнования, ну все, это уже волнение, это уже мандраж какой-то. Ну, первые Олимпийские игры, вы же понимаете, что Олимпиада, только попасть на нее трудно, а еще участвовать, да еще результат показать. Конечно, достаточно сложно было. Ну, в итоге я была четвертая. Ну, я рыдала, там плакала, а все меня обнимали и целовали. Говорили, умница, ты умница, вот только попала, четвертое место, 4 очка. То есть они все радуются, а я плачу. Конечно, обидно, 11 сантиметров. Вы поясните, как вы вообще оказались в легкой атлетике, более того, с такими, в такой дисциплине легкой атлетики, метание ядра со скромными... параметрами, вы не очень высокая, вы не очень могучая, то есть это, в общем-то, не ваша дисциплина. Как вы пришли-то в легкую атлетику? Я вот сейчас с конца чуть-чуть начну, когда я только уже стала как толкательница ядра, некоторые при мне говорили, ни рожа, ни кожа, не будет она толкать ядро. Вот. Но не важно. А пришла я в легкую атлетику, я занималась, во-первых, почти всеми видами спорта. Это волейбол, баскетбол, ручной мяч, легкая атлетика, снова баскетбол и снова легкая атлетика, но я высотница была. Я была высотница и поехала в Ленинград, когда поступать в Лесгофта, в школу тренеров, я поехала как высотница. Ну, была достаточно худенькая, ну, сейчас-то ладно, я уже имею право чуть-чуть разойтись. Вот, конечно, у меня параметры были, но на фоне... тренировалась у Анокина Людмилы Григорьевны, и на фоне вот специализации прыжков в высоту она стала меня готовить к пятиборью. Тогда было пятиборье, это же давно все было. Вот. И как-то лучше всего стало получаться у меня именно толкание ядра. Уже на вступительных экзаменах я установила свой личный рекорд. Тогда, когда мне 16 лет было, я толкнула 12, сейчас не помню с цифрами, это очень давно было, но очень здорово. И она даже удивилась, говорит, все, девочка, завтра на тренировку. Ну, я такая счастливая, значит, раз на тренировку, но это понятно, что она берет меня в свою группу. И на фоне вот всех гимнастика, вот самое главное в 5 классе, это была спортивная гимнастика. Но она мне не понравилась, я там мало полгода Почему? Всего. Ну, потому что, вот вы не помните, и мало кто сейчас помнит, в женской гимнастике были кольца. Вообще кольца. Не знал. И многие не знали, и сейчас мало кто знает, но были кольца. И я как вспомню, вот
кольца, вот этот кач на верхней точке, надо было ноги на себя, здесь обратно, и все, все плывет, все качается. Нет. Все что угодно, кроме... И вот из-за того, что были кольца, их, правда, быстро убрали, как я потом поняла, следили за развитием гимнастики и убрали кольца. Но я через это прошла. Но это в детском спорте, в пятом классе. Ну и дальше то, что я уже сказала. Игровые виды спорта, ну вот, и потом вот легкая атлетика. Но прыжки в высоту. Поэтому так потихоньку-потихоньку в Ленинграде меня уже Людмила Григорьевна переориентировала. И лучше стало получаться ядро, я так крепла. Но это же очень высокотехничный должен быть вид исполнения. Поэтому все было ровно, все было нормально вот, до тех пор, пока я не попала к Льву Дмитриевичу, уже переехал в Москву, Милишину, моему тренеру. Вот. И тут началось неровно. И тут началось немножко совсем не то. Вот приехала как толкательница, уже я мастер спорта была, там все прочее, и все. Но мои параметры, вот, ну я даже не знаю, ну, конечно, не метательские. Вот. А самое главное, что я очень прыгучая, быстрая, гибкая. И вот на фоне этого осталось только силу. Mm-hmm. Лев Дмитриевич дал хорошую подготовку силовую, отличную. И самое главное, как и я сейчас, как тренер могу сказать, что в метаниях, конечно, это техника, техника и техника. Сила и скорость. Вот они вот так идут по порядку. А как вы силу тренировали? Штангой. Штангой. А что именно? Жим лёжа, приседания, тяги, господи, толчки, разведение с блинами. То есть все, что можно на все группы мышц, я все это делаю. Он заставил вас и массу еще набрать, получается. Да, конечно, конечно. Это и сила, и масса. Но масса была относительно, конечно. Я просто знаю, что у меня вот был боевой вес 78-80. Вот. А рабочий вес 79-81, вот так у меня прыгал вес. Но я много теряла на тренировке. Только-только вот начинается подготовка, и были большие очень нагрузки, очень большие нагрузки, очень тяжелые. Но я человек ответственный, и я знала, что это надо в первую голову мне, а не тренеру. Поэтому меня надо было останавливать, и я много теряла в весе, очень много. До того дошло, что Лев Дмитриевич моему мужу говорил: «Коль Иванович, да привяжи ты ее к кровати на сутки, пусть спит и ест, только спит и ест». Вот. Но другого выхода уже не было, потому что я чересчур старалась. Вот. Надо было все-таки больше слушаться. Ну, таким образом, вот за счет техники и высокой скорости, и индивидуально подобранной техники под меня, под мои параметры. Потому что мы знаем спортсменов и спортсменок, ну, разные, в разной комплекции. Есть и высокие, тот же Барышников, ну, двухметровый дядька, да, у него своя техника. Кто-то там поменьше, тот же Киселев, олимпийский чемпион, у него примерно как моя техника. Для непосвященных, вот, ну, я, насколько знаю, метателей, есть два вида техники. Есть вот прыжковые, как бы вот разгоняется чуть назад, скачковые, да. Есть вот когда вот это суперсложное вращение. Для меня кажется, это вообще очень. Вот ваша техника какая? Нет, у меня со скачка, одной ноги. У меня просто классическая, классическая техника. Единственное, что в середине, после самого скачка, в середине, за счет того, что я гибкая, вот здесь тренер внес свои коррективы, что я могла, в принципе, толкнуть ядро таким образом, как копьеметатели метают копье, то есть за счет гибкости и, знаете, гибкости спины, плеча, и так получился, знаете, как натянутый лук. И вот это как бы дополнительно мне придавало, ну, за счет скорости, естественно, ноги выбивали, а здесь я его хлестала вперед. То есть это индивидуально подобранное для меня. Все то же самое делал, допустим, Киселев и другие, но они толкали как бы жимом. А это хуже, это когда вот попадешь, когда вот удается хлестнуть, вот уже лучше. А как только зажался и только жал,
допустим, рукой такой жесткой, а плечи, почему я говорю очень сложное, в это время плечи надо, все это должно быть расслаблено, а очень строго должны ноги быть прямо железные, потому что с них начинается, потом таз, потом здесь, и хлестом вперед. Вот это очень скоординировать трудно. И только при очень высокой координации вот это можно сделать. И вот благодаря Льву Дмитриевичу у меня все это получилось. Вот. И еще, конечно же, помимо всего, очень скоростная у меня же там, ну, доли секунды буквально. Все это надо вместить. И технику, и исполнение вот этого все. Все это надо было в эти доли секунды вместить. И не выйти за круг. Боже упаси, это да. Это, кстати, для современных спортсменок, ну и спортсменов в том числе, я так уж как говорю, это для девочек, все для девочек, для мальчиков тоже. Сколько раз я наблюдала тренировки вот, на братьев Знаменских и на других стадионах. Вот я смотрю, как толкает ядро. Вот толкнул ядро, толкнул и за шагом, зашагивал через сегмент и пошел за ядром. Никогда я этого не делал. Потому что мышечная память. Нет, вырабатывается автоматизм. И можно в своей лучшей попытке автоматически просто выйти вперед. И потом волосы на себе рвать, потому что ты не отработал. Это тоже тренировка. Да. Всегда я выходила назад. И вот мой тренер, вот впервые, вот когда я стала это делать, а он говорит, Света, а я говорю, ну я могу случайно. Но это просто на автомате отвлекаешься, потому что тут все надо успеть и об этом думать. А это уже наработано. А думать-то и про это там не додумаешь. Поэтому должно быть выработано автоматически. Тренер должен, потому что это же тоже тренировка. Тренер должен на это обращать внимание. Вы понимаете, когда вот... получился вот этот бросок, и вот ядро пойдет далеко. Чувством. Да, чувством. Да, 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 да. Это вот, это точно. Вот даже еще не закончила вот на, начало движения, середина, концовка. И оно вот вылетает, а я уже знаю, что будет далеко. Потому что такое впечатление, что вот одно целое, все слилось воедино, и ядро само по себе... Как я говорила, Лев Дмитриевич, я не успела его даже дотолкнуть. Настолько все было правильно сделано. Я сработала технически правильно. И сразу было видно. Точно так же, как можно определить, что не полетело. Там не получилось, тут не успела, там не выставила ногу. Ну, то есть, от чего это можно? Зависит, вот, когда получается? Это вот вы в какое-то состояние попадаете? У вас же все отработано до автоматизма. Вот от чего зависит, что получилось? Вы знаете, можно тренироваться всю жизнь, что я и делала практически, почти всю жизнь я тренировалась. И все равно будут ошибки. И вот работаешь над этим, работаешь, и наконец-то получилось. Только на тренировке отрабатывать вот детали по деталям. Ну, допустим, там вот поворот головы. Стоит раньше повернуть голову, минус 20 сантиметров. Раньше времени повернула, только стала толкать ядро, но до этого я уже повернула голову до полуметра минус. Понимаете? И вот эти детали, наработанные, работая над тем, что надо помнить о том, что голову раньше повернуть нельзя. А чтобы не повернуть голову, нельзя левой рукой открыться, значит, надо левую руку держать, надо туловище. То есть вот эта часть должна быть закрытая, и над всем этим надо думать. Но только на тренировке. Вот. В соревнованиях никогда ни о чем нельзя думать. И более того, нельзя даже думать, но я уже работала тренером, и я знаю вот эти желания соревнования, но завтра я покажу. Вот завтра я там всем. Ничего не получится. Нельзя об этом думать. Ради чего мы тренируемся? Ради результата. Исполни все то, что ты умеешь. В полную мощь, в полную силу, исполняя абсолютно все. Потому что в соревнованиях нельзя думать, а надо исполнять. Наработанное. Там автоматизм должен работать. Ну, конечно же, настрой определенный. Нельзя, как есть некоторые, о которых я тоже могу сказать, как относятся в соревнованиях, относились в мое время некоторые девчонки. Ха-ха, хи-хи, там подходит к тебе, ты настраиваешься, в это время она там, не буду я называть это имя, вот, там как дела, там она что-то хочет тебе рассказать тут, то есть вот у нее какой настрой, она тебе рассказать будет, здесь соревнования,
Вот. Ну, естественно, приходилось сразу ставить всех на место. Ко мне не подходите. Вот и все. И когда там мы сидим на лавочках, кстати, сидеть тоже нельзя. Здесь так много чего я могу сказать по поведению на соревнованиях. На тренировках это тренировки, да, а на соревнованиях это не менее важно. Это не менее важно. Вот нельзя сидеть. Почему? Да потому что вот тонус мышечный пропадает. Угу. Бывает такое, что достаточно много участников, и вызвали тебя, толкнуло ядро, допустим, и знаешь, что там еще 20, вот квалификация как, 20 человек это надо пройти. Сядь, посиди на время, посмотри, не больше 5 минут. Все, и дальше начинай ходить, и дальше начинай думать. И когда вот это все пройдет время, ты ходишь, протонизируй ноги, там повернись. То есть все время надо в тонусе быть. И все, пошла, когда тебя вызвали, все забыла. И автоматом должна сделать. Выйти только назад. Не отвлекаться ни на какие разговоры, ни никаких этих. Результат, когда показала девочка, мальчик, лучший. У нас же как, вот мы смотрим... Тоже в телевизор смотрим, футболисты, хоккеисты, там шайбы эти, майки снимают футболисты, орут, кричат, а им еще играть. Этого делать нельзя в легкой атлетике, потому что все попытки пока не кончатся, надо быть настроенной до последней попытки. Раз в третьей или во второй попытке личный результат. Все, прыгают, скачут, как мы видим, мы видим это. И думаю, что она делает, там еще участницы, тебя сейчас обыграют, ты что выплескиваешься, держи это в себе. Да, эмоции, не энергию, а эмоции. А эмоции только нужны именно в исполнении. Эмоции, энергия, да, это же конечно, связанные вещи. Все безусловно, все. Настрой пропадает, она уже все летает в облаках, и все. Никогда я не скакала и не прыгала. Да, я улучшала результаты, да, у меня были личные, ну, как говорят эти, степ-бай-степ, да? И вот постепенно во многих соревнованиях, практически в каждых крупных я улучшала свои достижения. Но я никогда не скакала и не прыгала. Почему? Да потому что, во-первых, все надо выполнить, потому что те, которые сзади тебя толкают, они тебя обыграют, а ты уже отплясала свое, и уже нет возможностей. Светлана Ивановна, что... толкание ядра нравится, вот чувство ваше, вот когда берешь этот снаряд 4 с лишним килограмма, вот он в руке, или вот само движение, или сам вот этот толчок, вот это, что любилось так вот, что? Сейчас скажу крамольную вещь. Ядро, толкание ядра, но, на мой взгляд, даже не очень эстетичный, особенно при плохом исполнении. Мало того, что ядро тяжелое, 4 килограмма, казалось бы, ну так на слух это, да ну 4 килограмма, а вообще это тяжело. Понимаете? А что нравится? Нравится только победы. Ничего больше не нравится. Но что побеждать, вот это все надо пройти. То, что я вам сказала, там, частично даже, да, потому что описать одну тренировку даже, я вам скажу, а ведь завтра еще одна, а в день бывает по две. Побеждать и только побеждать. Вот это мне очень нравилось. Это первое, ну, хотя бы потому, что это индивидуальный вид, и все зависит только от меня, в отличие от игровых, да, баскетбол, волейбол, там, футбол. Там где-то кто-то постоит в носу, поковыряет за него, товарищи побегут. А здесь только я и только я. И если я не сделаю, за меня никто не сделает. Это первое. Второе. И самое первое, надо-то только мне в первую очередь. Конечно, и тренеру надо, это его работа, это понятно. А когда выступаешь за страну, и стране это надо. И стране это надо. Нужен флаг, нужен гимн, нужны очки. То есть... И вот это все, ну это поднимает тоже нашу страну, когда наши спортсмены, не только я, естественно, а значительно во всех видах, но мы же видим это все, как сразу, как все вдохновляются. Победа – это же великое дело. И вот чем он мне нравится, что побеждать очень приятно. И сразу вот прям, ну все, сделала то, что хотела. Вот эта удивительная форма, какая она была, как она влияла, форма СССР на спортсмена? Вот именно буквы и герб, они на любой форме играют.
такую тонизирующую роль. Можно вот тренироваться в тех же костюмах. У нас же было и тренировочные были костюмы, и соревновательные. Более того, даже на этой Олимпиаде, на моей последней, нам выдавали специальные костюмы для награждения. Это надо было его взять с собой, понимаете, победишь ты или нет, неизвестно, а костюм надо брать. А у меня там где-то застряло, не надо его брать. И я лучше так покажу результат, я и в том выйду, лишь бы медаль у меня висела. Ну, это так, чисто индивидуально. Многие брали, да, конечно. Вот. Но вообще, конечно, то, что ты являешься представителем такой великой страны, вот СССР. Конечно же, больше я в СССР выступала, это понятно. Вот. Но это серьезно. Даже какие-то чувства передать невозможно. Это вот сразу внутри как-то напрягаешься. Все, ты ответственная. Это, да? Ты ответственная. У тебя за спиной страна. Вот, ну, это может даже высокопарно звучит, но если вот это озвучить, и многие про это даже и не говорят, да никто, наверное, не скажет, но чувствуют практически все это. Я, конечно же, тоже проигрывала. Не все же были победы. Ну, да. Вот. Ну, в силу хотя бы того, что объективно немки были сильнее. На тот период был такой период, когда вот именно ГДР, потом, когда они объединились, это уже другой этап, они же все были очень сильные, практически во всех видах. Ну, в некоторых, в большинстве видов, в частности в метаниях, всегда они были, и Гумель была, и Адам была, потом Слупяник, и вот всегда они были впереди. И вот очень тяжело догонять, понимаете, а выигрывать было еще труднее. Поэтому здесь настрой такой, нельзя себя настраивать, что я сегодня там у нее выиграю. Надо трезво мыслить, во-первых, а во-вторых, такую задачу нельзя ставить. Покажи свой лучший результат. Угу. Неважно, первая ты будешь, вторая или третья. Но дальше вообще для меня это уже не успех. Она же тоже тренируется. Конечно. Все, весь мир тренируется. И каждый хочет победить. Поэтому, конечно, было довольно сложно. Но это имело значение. А когда флаг поднимают в твою честь, ой, почему-то всегда плакать хочется. Потому что, ой, как я далеко от Родины, как вот, а они там не видят, не знают. И вот так волнительно, практически все плачут. Кто-то вот прямо навзрыд, кто там опускает глаза, у кого-то там незаметно катится. Другой, как вот, допустим, я там слюну глотаю, там сжимаю зубы, там, вот да, да, чтобы там же нас еще и снимают, хочется, я же барышня, хочется выглядеть хорошо, и плакать не хочется, да еще под глазки накрашенные, ну и так далее. Мы все равно остаемся девочками, вот, понимаете? Но это, конечно, мобилизует очень сильно. Ответственность вообще мобилизует. Вторая ваша Олимпиада в Монреале. Вот вы когда в Олимпийской деревне, где-то на арене, в форме СССР, соперники вообще поворачиваются, что ты из СССР, или каждый силен? То есть я вот вопрос, чем вызван? Вот форма наша вот влияла, что вот эта советская сборная, могучая, которая там с 52 года как блеснула, и как на вас реагировали? Ну, присутствие советской команды, оно, конечно, всегда обращало внимание. Ну, понимаете, на то она и Олимпиада, что мы все знаем, кто приехал, ходят там в костюмах непосредственно уже с буквами, там, американцы, немцы, мы, там, и другие. Не было такого пристального внимания, там, смотреть, о, пошла СССР, СССР. Такого не было. Привет, привет, а мы-то уже, ну, много лет встречались. С одними и теми же. Да, знали друг друга. Ну да, знали друг друга. Там кто-то менялся, кто-то там другой, кто-то вливался в коллектив. Там привет, привет, как дела? Ну, с английским тогда было плохо. Вот, к сожалению, это сейчас можно было бы поговорить. Вот. Но так, чтобы это как-то обращало сильно на себя внимание, я во всяком случае за собой такого не замечал. Отношения. Вот я могу только сказать, что замечали таких, как Борзов, Санеев. Ну, это величины, звезды, ну, конечно. Да. Я еще не была звездой. Ну и что, что я в тройке была мировой, в четверке.
Понимаете? Но это еще не то. Но такие звезды, как Борзов, Санеев, Фаина Бубка. Мельник, да. Бубка. Пресс. Вот да, вот им-то им прятаться надо было, потому что автографы и так далее, и так далее. Им была не столь еще известна, чтобы вот прямо обратили конкретно на меня. Ну да, есть фамилии, которые появляются на стадионе, на арене, и все как бы падают духом, понимая, что максимум все. За второе, третье место да, будут бороться. Да, да, мое второе место. Вот отсюда все и начинается. Вот, конечно, посильнее надо ставить задачи. Какие отношения между соперниками, иностранными соперниками вот в метании, как они строятся? Вы дружите или вы так настороженные все? Во-первых, очень уважительно. Начнем с того, что вот практически все эти поколения, которые были, в Германии почему-то так быстро уходили. Это мы немного дольше держимся. Вот. Очень уважительно, обнимаемся, и вот я у Слупяни даже дома была, она меня приглашала. То есть в обычной жизни или, допустим, в той же Олимпийской деревне, если встретиться, привет, привет, мы можем отвлеченно говорить, не видя врага. Это же не враг. Вот. Для меня все подруги, ну я вот и мужу говорила, и ну, своим всем близким, вот, когда выхожу на соревнования, я вот сразу их всех ненавижу. Да. Почему? Я не должна быть доброй по отношению к ним. Здесь настрой. Я вижу в них соперниц, которые хотят отнять у меня медаль. Спортивная злость. Да. И я их ненавижу. Соревнования кончились, мы опять все друзья обнимаемся, целуемся. Значит, были соревнования, ну, я уже год не помню, естественно. Злата Прага, Злата Тетера. Соревнования проходили в Чехословакии. Она еще была Чехословакией. И первое, мы прилетаем на следующий день соревнования непосредственно в Праге. Ну и так как я уже какой-то вес имела в мировом толкании ядра, ко мне почему-то корреспонденты решили обязательно ко мне подойти и сказать: «Светлана, а ты знаешь, что Фебенгерова будет устанавливать мировой рекорд?» А я говорю: «Нет, не знаю, я только вчера прилетела». Вот она собирается, я говорю: «Флаг ей в руки, успеха ей». Вот. Раз, другой, третий раз. А меня, в общем-то, не хотели направлять на эти соревнования, они такие были проходящие, прямо на работе. Вот. Ну, я попросилась, ну, чисто, ну, как сказать, пришла в спорткомитет и Герчикова попросила: «Азарий Семенович, мне так надо в Чехословакию. У меня у дочки босоножек нет, сезон идет, туфель нет, ну негде купить, да, по делу». Я говорю: «Я прямо на рабочем, вот прямо оттренировалась, самолет, там выступлю и обратно, ну так надо». А они так как стали смеяться, говорят: «Туфли ей надо, босоножки ей надо, у нее сезон начинается». А она, я говорю: «Ну правда». А Лев Дмитриевич отпустит, я говорю, я-то его уговорю. Короче, отпустили меня. Там я была, и Фаина составила мне компанию. Мельник. Там, да, Мельник, Файка. И чешка одна, вторая, а Фебенгерова не приехала, а она в Австралии живет. Короче, распределили мы свои места. Естественно, результат у меня был не ахти какой там, ну такой нормальный, рабочий, все хорошо. Дальше, через сутки мы поехали в Остраву, в Братиславу, потом в Остраву. Там, естественно, я уже успела отдохнуть, там показала приличный результат, там, опять-таки, вечером на тренировку, все. Босоножки успели купить? Ну, это непременно, а как же, только соревнования кончились, я сразу в магазин, ребенку, там, себе, там, мужу, его 46-й, ну и так далее, и так далее. Все было вовремя, все нормально. Задача номер один выполнена. Дальше уже пошли результаты в следующем городе. Я уже показала приличный результат, потому что наработано много, и я отдохнула, и я показала приличный результат. Опять ко мне подходят и тренеры, и журналисты. Светлана, там я говорю, я думаю, ну надо же, рекорд она хочет. Вот все, и там плакаты, плакаты. А я так думаю: говорите, говорите, не будет у вас рекорда. Ну нельзя, она уже горит. Уже сколько, вот уже прошло 4-5 дней, а все говорят, говорят, и плакаты, и телевизор, там интервью. Но это так не делается, зная психику
Фибингеровой, так нельзя поступать, думаю, рекорда не будет. Я говорю, очень хорошо, вот она ждет тебя в Острове. Все, прилетели мы в Остраву. Ну, она добрая такая, она такая человечная, она отличная совершенно, как человек классная. Но она не может показать результат, если ее прижимают, как говорится, сантиметр в сантиметр. Понимаете? Начались соревнования. Она толкает, раньше по списку у нас было там человек 8 или 10, 12, нет, 12 нет, человек 8, наверное, как бы сразу в финал. Она там показывает результат под 20 метров. Мировой рекорд тогда был 22 уже, ее же рекорд в закрытых помещениях. Короче, она толкает совсем недалеко. Вот следующее после нее я толкаю дальше. Ну и там по списку, снова она толкает, обыгрывает меня. Я выхожу, толкаю дальше. И после второй попытки зрители, которые там объявляют, Фибингерова, она же дома, и тренер тут, стадиончик маленький, уютный такой, зрители прямо вот рядом, протяни руку, и вот они здесь. И только объявляют Фибингерову, и все начинают свистеть. Понимаете, у нас вот такая разница. Я вся, ну, на ее фоне маленькая, я просто дюймовочка была, хотя я... крепкая, нормальная барышня, но на ее фоне я действительно была маленькая. Короче, я у нее в одни ворота выиграла, ее освистали настолько, что она плакала. Кошмар. Да. А потом мы когда пошли на награждение, вот, кстати, вот ваза, вот это вот здесь половина Чехословакии. Я понял, что это чешский хрусталь. Да, вот эту корзинку, видите? Вот. А за победу мне там, мне вручали вот такую большую длинную вазу. А так как у меня это все много, а ей за второе место вот эту корзинку, понимаете? А я говорю, Елена, ну не нужна мне вот эта. Я хочу твою, у меня такой корзинки нет. Она говорит, Светлана, нельзя на пьедестале. Потом, ну это же дорогая, тебе дороже. Я говорю, не хочу, я хочу корзинку. Она говорит, ну там уже в раздевалке. Мы пошли, нас наградили, там все кричали, ее освистывали. Ну короче, она вся красная. Мне ее так жалко было, думаю, вот это твоя ошибка. Молчала бы, готовилась молча, а не трубила во все колокола. Короче говоря, пошли там, нас наградили, мы пошли там, расписались, все, и вышли, все. Я говорю, давай мне корзинку. Дала ей свою большую вазу, все нормально. Она говорит, что ты завтра делаешь? Я говорю, утром на тренировку, а мы еще там в Острове. Она говорит, я тэш, то есть я тоже. Ну и нормально. Договорились встретиться на стадионе утром. И я прихожу на этот стадион, спортзал, а она уже в спортзале. Я говорю, ой, ты что так рано пришла? Она сидит такая понурая, опустила голову. Она говорит, Светла, ты представляешь, со мной не поздоровался даже дворник. Даже дворник. А я говорю, Елена, ты так много сделала ошибок. Ну и я чисто по-человечески, как спортсменка, соревнования кончились, я победила. Дальше я могу сказать, зачем ты вот это? Ну и все ей сказала. Я говорю, ты думала, ты горела. Она говорит, да, я даже спать не могла. Я говорю, ну где ты ищешь теперь? Это все твоя ошибка. Поэтому я говорю, давай начинай сначала. И вот мы с ней потренировались, расцеловались, обнялись. Ну и я поехала в гостиницу, она домой. Вот такая вот барышня. Вот казалось бы, она такая, она, у нее такие данные, мне бы ее данные, я там, я бы, наверное, до 100 лет ядро толкала, потому что, ну вот руки, ноги, все такое. Но психика у нее. Хорошая история про чешскую богатыршу. Что не получилось в Монреале? В Монреале, господи, это вот до конца жизни буду помнить, потому что такого я не встречала вообще в своей карьере. Столько, сколько я толкаю ядро, сколько я езжу на соревнования. Мы когда прилетели, более того, мы когда летели в Монреаль, мы первая остановка была во Франции, там были соревнования. Барышников установил впервые 22 метра, толкнул, и там соревнования были такие не очень крупные. Там мы задержались на несколько дней, прилетели когда в Монреаль, и нас повезли в Квебек, потому что до нашего вида, то есть сама Олимпиада шла, до легкой атлетики еще было время, и нас партиями отвозили, точно так же, как и здесь.
в Москве. Мы жили в Олимпийской деревне, и партиями мы в Подольской, в Подольской. И за 3 дня до соревнований нас привозили уже сюда, в Олимпийскую деревню. А чтобы не скапливаться, чтобы не гореть, мы будем смотреть там телевизор, там природа, погода, там тренер. То есть там условия все созданы для того, чтобы мы потихонечку подходили к своей лучшей форме. Тренеры уже нагрузку снижали, то есть все было правильно. И точно так же приехали мы туда, но я же была без тренера, и я была в такой великой форме, что я ехала, вот, ну вот муж не даст соврать, потому что я такие чудеса показывала в тренировках, что даже было страшно, что я очень рано вошла в форму. А то какие есть, цифры? То есть... Ой, за 20 на тренировке, за 21 из 10 – 9. То есть, как делать нечего, просто сделала и отмахивалась. Оно летело, летело и летело. И, в принципе, зная, зная наш список участников, которые будут участниц в моем силу виде, конечно, у кого какие результаты, я так поняла, что я еду за золотой медалью, не меньше. Это вот одна из моих ошибок, но она уже, как говорится, не имела фатального такого исхода. Приехали, я на стадионе не была, чтобы посмотреть круг, условия. Ну, в принципе, я знаю, что условия какие. Mm-hmm. Круг, толкать в поле, это понятно. Но знаете, как потрогать надо руками. Да, что да. мы и делали, ногой, есть ли сцепление, как вот, допустим, в Германии. Там, как, какую обувь одеть, это же важно. Поэтому берешь все с собой. Понимаете? Ладно, начались соревнования, пришли. И вот тут впервые я увидел этот зеленый круг, покрытый краской, покрашен краской круг. Угу. То есть сцепления в принципе никакого. Угу. Начинается соревнование, первое, кто успел, это Фибингера успела, Христова успела, и, по-моему, Надя Чижова. А может, она и не успела, может, уже только-только начиналось. А я уже, моя попытка уже была при дожде. Все, так как у меня тогда был вес примерно 78-79 килограмм, то есть уже соревнования, когда близко, вес горит, естественно. Ну, это, ну, во всяком случае, так организм мой реагирует на это. Не потому, что я горела, я еще не волнуюсь. Это не мандраж, а это волнение. Волнение имеет разные формы. Когда волнуешься так, что ноги не держат, это одно волнение, это уже мандраж. А когда волнение, знаете, как вот это быстрее, скорее бы, вот уже готово, вот только сейчас, надо быстрее, вот такое уже было. И уже пошел вот вес как-то, там что не съешь, все равно бесполезно. Вот, хотя кормили там хорошо. Вот толкнула я попытку свою, еле удержалась. Это была квалификация, я же в финал не попала. Все правильно. Начался дождь. Ну и мы можем уже даже в хронике, в той же, я видела, мне присылали ребята на телефон, там, где вытираешь ядро, потом его суешь под майку, там, какие там чего, никакой эстетики, держишь его. И самое интересное, что я впервые встретила, ядро надо было отдать главному судье на виде. Почему? Я никак не могла понять, зачем. Он его трогает. Может, мы руки клеили, чтобы оно не соскочило, может быть, пользовались каким-нибудь, я не знаю чем, наверное, для этого. А дождь-то идет, он в этом, в плаще, и под дождем он его трогает, все в порядке, отдает мне мокрое, я начинаю снова вытирать, но уже настрой-то прошел, помимо того, глядя на круг, а он мокрый, берешь это полотенце, начинаешь вытирать, все уходит, и там о настрое каком-то, вот в частности я себе буду говорить, потому что я так чувствовала, я уже, какой настрой, только бы не упасть, да выполню я эту квалификацию, но только бы не вывалиться, в финал надо попасть. И первая попытка выпала, потому что нога поехала, и дальше, когда нога поехала, когда первая неудачная, она имеет большое значение. Вот, как говорится, начало, как начала. Дождь усиливается, там уже пылесосом отсасывают воду из круга для следующей. В то время пропал весь настрой, все вот такое вот, что я в себе копила,
И главная мысль – не упасть, хоть как-то задержаться и толкнуть уже даже рукой, там, не ногами, но только попасть в финал. С тем, что когда будет финал, погода улучшится, там я уже и покажу. Сейчас надо попадать. Мне там нескольких сантиметров не хватило. Я была девятой, не попала в финал. Ну, вообще, это для меня была такая катастрофа всей жизни, если честно, моей спортивной, я имею в виду. И все. Ну, я вообще не знала, что делать. Я не знала, ну, корить себя, не корить. Ну, не знаю, я даже передать это не могу. Вот жить не хотелось. Вот настолько было ужасно. Вот так вот прошла моя Монреальская Олимпиада. Быстро отошли или долго отходили, когда вот надо было включаться снова в работу? Приехала, вот, рассказала мужу, семье. Вот, у нас спортивная семья у мужа моего. Заслуженный тренер Российской Федерации по футболу, хоккею. Его отец был, царство небесное ему. Вот. Мать еще с Туровой участвовала в чемпионате страны. Третья была, Борцова Вера. Свекровь моя. Вот такие классные. У меня свекровь такая золотая была. Все сделала. Только тренируйся. Только тренируйся. Вот. Ну, муж мастер спорта по хоккею. Вот поэтому мы говорили все о спорте, понимая друг друга, и объяснять ничего не надо было. Вот. Ну, вот я все рассказывала, и отец говорит: «Светочка, ну как же ты, ну как?» И я говорю: «Пап, так и так, и так». «Надо же, какое несчастье!» «Ну ничего, настройся». Я говорю: «Да я уже настроилась». Я говорю: у меня еще одна Олимпиада. Все равно добьюсь, я все равно буду, я все равно выиграю, вот прямо выиграю, выиграю». Ну, основная подготовка к Московской Олимпиаде в Подольске происходила? Нет, все было как обычно. Это и Лисилидзе, и Болгария, и Италия, Подольск, само собой, и здесь, в Москве. Но в основном большая часть Лисилидзе. Там где-то 10 дней. Но это база, это привычно. Условия, конечно, похуже, но я вам скажу, похуже, чем за рубежом. Самые лучшие условия, в принципе, были в Болгарии, в Пловдиве. Там прямо из окна выходишь, и на стадионе, из окна. То можно было через дверь по коридору и там выйти. Кто-то открыл окно, выпрыгнуло. Причем подняться, а не спуститься, не спрыгнуть с первого этажа, а подняться, там такая ниша. И на стадионе, и кормили, и отношения. Ну, они же братья наши, классные такие. То есть самые вот такие для работы именно там были хорошие. Но более привычные, более удобные. Ну, когда вот привычно, удобно, ну, подумаешь, там немножко не так, но зато дома. Это лучше, это лучше. Понимаете, лучше, во-первых, и семья, и это, что такое семья, это разгрузка. Это видишь ребенка, видишь мужа, семью, там по телефону говоришь с мамой, там, с братьями, сестрой. То есть это все и отвлекает, и как-то, ну, дает какую-то разрядку. Поддержка семьи – это величайшее дело. У меня поддержка была прям 100% со всех сторон, со всех сторон. Муж избавил меня от всей работы, свекровь со свекром, с ребенком тоже избавили. Только тренируйся, только результат. Вопрос. Вы вот ступянь уступили, да, по сути прилично, дела... Прилично уступила, да. Да, у нее 22-41, 41, кажется, у меня 21-42. Да, прилично, конечно. Сантиметр, фактически. Метр. У нее 22, да, конечно, метр, да. 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 Что сантиметр? Я бы там, я бы там выгрызла этот сантиметр, но это было нереально. Вот. Потому что, ну, объективно сильная. Мой рейтинг на период Олимпиады, вот тогда, когда начиналась легкая атлетика, 4-я в мире. 3 немки впереди. Железная, да. Железные ГДР. Что происходило в ГДР в тот период? Почему вот такая мощь? Это все-таки вот знаменитая и методика немецкая, и фармакология, или просто это традиции какие-то метательства? Начнем с того, что да, у них традиционно сильные метатели были, и молота, и диска, естественно, знаем мы все эти фамилии, и толкательниц, и толкателей ядра. Это традиционно. В Германии мы были, в принципе, каждый год по 2 раза. А в Олимпийский год? Да. В Олимпийский год не были. По-моему, не были. Знаете, почему? Мы вот брали интервью у Козловского Александра Александровича.
он любопытную информацию дал, что немцы в год Олимпиады, они хотели показать превосходство немецкого социалистического спорта в мире. И они закрылись от Советского Союза, отказались по всем видам спорта от совместных сборов и подготовок. Ну, в принципе, во всяком случае, в легкой атлетике они прилично доминировали, ничего не могу сказать. В других видах, я просто помню по гимнасткам, когда вот там, я сейчас фамилии просто забыла, у них и гимнастика была, и другие. Потом как-то это сходило. А в олимпийский год, ну, это объясняется тем, как они объяснили. Здесь есть просто другое объяснение, и мы прекрасно знаем почему. По поводу фармакологии, ну, вы знаете, это такая тема, которой не очень хочется распространяться, в то же время есть такой нюанс. Я очень хотела найти вырезку из газеты, которую дала мне Фаина Мельник. Каким-то, это спустя уже годы, мы уже не в спорте, Фаина врач, я просто жена и езжу с мужем по его командировкам и так далее. Вот, и приезжала к ней. И она мне дает вырезку, маленькая такая вырезка из большой газеты, в виде вырезка настолько маленькая, типа коробка спичек, вот такой вот. И там было полное признание, вот дословно, я наизусть ее помню, я годами, нет, на русском, переведенная, переведенная с какой-то газеты. Вот. Там просто я, Илона Слупяник. Да, я принимала, и она писала, сказала, что то ли туринабол, сейчас уже не помню, это я вот прямо так хотела вот это подтверждение показать. И говорит, да, я принимала, я дала подписку о неразглашении, я принимала, и я счастлива, я олимпийская чемпионка, я ни о чем не жалею. Вот, весь текст я вам сказала. Фаина мне, я приехала когда к ней в поликлинику, она говорит, читай, я прочла, я говорю, вот она, моя медаль. Светлана Ивановна, подготовка вот к Московской Олимпиаде, ответственность, домашние игры, стадион вот этот Лужники, болельщики, вот это способствовало или это наоборот усложняло задачу? Ну, наверное, это чисто индивидуально, но мне это помешало и очень даже сильно. Почему? Потому что у нас в таких крупных соревнованиях такого масштаба не проводилось никогда, а были соревнования достаточно, там приз «Правды» был, «Знаменский» и все прочее. Мало зрителей. Да, мало зрителей, и были специалисты, или спортсмены, или родственники, тренеры, и они все понимающие. А здесь Олимпийские игры, это же приходили люди от станка, с фабрик, заводов, там, ну и так далее, и так далее. Люди пришли посмотреть, вот это, ну для них, наверное, это было представление. Может быть, там была сильная реклама, что это, как это, ну как-то ввести в курс. Но многие люди, конечно, понимали, что это, но многие не понимали. У нас ведь как, люди не привыкшие, вот прыгун готовится к прыжку или прыгунья, вот чтобы, ну, настроиться, а стадион поддерживает. Но человек, который сейчас будет прыгать, допустим, спортсмен или спортсменка, ему, чтобы сосредоточиться, нужна тишина. И он сразу так, палец к губам, так повернулся, и он же не на весь стадион, только повернулся. Как мгновенно на стадионах же вот эти телевизоры, и все это увидели, мгновенная тишина. Это до мурашек. Только что все кричали, аплодировали и овации устраивали. И мгновенная тишина, и сразу прямо сжаться хочется. Понимаете? Ну вот так и случилось у меня. В принципе, неподготовленные наши бедные зрители, которые, конечно же, хотели поболеть искренне, и поддерживали, и скандировали. Допустим, объявляют, помимо того, что зажигается табло с номером 272, мой был номер, вот, и в телевизорах показывают, еще комментатор говорит, Толкань ядра готовится советская спортсменка Светлана Крачевская. И стадион, как зарет, и начинает Света, Света, и вот весь стадион вот скандирует и аплодирует. Все, ну что в голове? А тут отключиться не могу, я все время их слышу. Думаю, ну что же они кричат, что же они орут, ну зачем они аплодируют?
понимаете, я не могла вот сказать тихо, я не могла, потому что, во-первых, они, я была уверена, что они не поймут. Вот честное слово. По-моему, даже мне это в голову не приходило. Я только пыталась отключиться. Ну ладно. Пошла в круг, первая попытка, достаточно удачная. Первая – это уже залог финала. Если она удачная, я же знаю, сколько надо для финала будет метров. Все получилось, все нормально. Ну, там дальше все удачные попытки. Как-то мне получалось отключаться, как-то получалось это. Но когда я показала свой личный результат, это мой личный лучший результат, 21.42, понимаете? Ну, по закону, даже не знаю, нет таких законов, это наш спортивный закон, после высокого результата следующая попытка, она не может быть лучшей практически в 99%, может даже в 100%, но не может. Но за счет того, что не восстановилось, что эмоции кончились, нужен был большой диапазон времени, чтобы прошло, чтобы настроиться по новому. Как бы перезагрузка должна произойти. Вот это вот было бы самое правильное, да? А так как в финале всего 8 человек, то время летит быстрее, не успеваешь отойти, когда вот показала результат. И так думаю, ну все. И вот я становлюсь второй. Слупяник первая, она в первой попытке, как правило, показывает свой лучший результат. Чаще всего он бывает у нее победный. Понимаете? Ну вот, теперь я знаю, что вторая, теперь мне же надо трястись, чтобы мне те две немки не обыграли. Понимаете, это же особый настрой нужен, понятное дело. И после этой хорошей, такой благополучной попытки нельзя ликовать, там вздымать руки вверх и орать, прыгать и скакать. Впереди еще две попытки, еще там, мне же надо добавить. А самое главное, что рекорд СССР был 21.53. А вот она и рядом. Представляете? Ну, хотя бы рекорд Советского Союза можно было установить. Ну, не получилось. Вот я выхожу в следующей попытке. И опять объявляют, опять вот это все. И стадион начинает. Света, света. И я их слышу. И я уже, вы знаете, уже настрой. Он еще... Я не могу никак настроиться, я их слышу, и я вот так смотрю на них. Даже вот муж мне сказал, говорит, ну вот ты посмотрела на зрителей, вот так, говорит, ну что вы, дескать, орете, да? Ну они же этого не понимают, у меня своя работа, у них, а у них, они болеют, они отдыхают, они рады меня видят, они хотят, они знают, что они меня поддерживают, чего же их ругать-то, да? Ну и я, как они аплодировали, так я и попрыгала в этой попытке. Света, света, и вышел вперед. Ну потому что все, сбит прицел, можно сказать. Таким образом, вот мне не удалось, да, я бы не выиграла, но я бы точно могла улучшить. Во-первых, я бы установила свой рекорд Советского Союза. Мой результат на тот период, судя по тренировкам, по пробным, по контрольным тренировкам, у меня должен был быть результат 21.70-80. Вот это, на это точно я была готова. Слупяник же толкнула 22.41. Понимаете, я бы все равно не достала. Но с каким бы чувством я серебряная медаль плюс рекорд Советского Союза. И такой результат, это же очень прилично, это же второй результат в мире. Понимаете? На тот период так, собственно, и оказалось. Я вторая в мире, да, серебряная, все прочее. Но самое-то главное другое. Как мы уже спортсмены знаем, самое главное попасть в команду на Олимпиаду. Это первое. Это же сколько надо кровушки попить у себя и у тренера, и сколько надо было поработать, перепахать, как говорится. Попал. А чтобы еще на пьедестал попасть, ну, это уже, наверное, просто сверх всего. Мы дружили с одной очень известной в нашей стране семье. Ну, так уж получилось. И он часто летал в Японию. Вот наш хороший друг, они были старше нас и намного. И он из области экономики, вот так скажу. Он в очередной раз приехал из Японии, мы там встретились по какому-то случаю, в центре они жили, и говорит: «Светочка, любил меня, прямо не знаю, такой старичок такой, ну чудо, семья вообще обалденная совершенно». Он говорит: «Я привез вам подарок».
достает коробочку, вот такую консервная баночка, с одной стороны прозрачная, и там океанская вода, и там ракушка такая. И он мне говорит, это я вам даю, значит, вы должны ее открыть на какую-то дату. Новый год, праздник, какая-то дата, ну, эта дата должна быть. Загадать желание, открыть эту баночку и открыть эту ракушку. Если там окажется эта жемчужинка, 100% гарантия, что сбудется. И вот, значит, я не помню, то ли на Новый год, то ли на день рождения мое ноябрьское, ну уж там не помню. Это же 80-й год идет, а летом соревнования. Значит, мы с мужем открываем ее, и он так открывает. И там жемчужка. А перед этим загадать надо. Желание загадать и молчать. Чтобы никто не знал. Да, да, и только после Олимпиады я мужу... Я все время об этом помнила. Вот. А он говорит, Света, жемчужина. Я говорю, значит, сбудется. Он говорит, ну дай бог. Короче говоря, закончилось, когда... Да, я не спрашиваю, ни он меня нельзя. А потом он говорит, ты что загадала? Я говорю, быть в призах. А я говорю, а ты? Что Светка была в призах. Понимаете? Ну, естественно, какое еще домогло желание Олимпийский год, да? И вот, пожалуйста, а когда Сыч говорил, и он там, вы понимаете, вы это говорили, говорит, а я так отключилась, завтра же соревнования, отключилась немножко, сижу и так киваю, да, хорошо, да, ладно, сама думаю, посмотри, все у меня завтра. И как же он мне потом обнял, Света, ты сделала невозможное, ты героиня, они меня там зацеловали все, вот прямо все, и муж мне выкрал. Вот. И он говорит, иди умойся, а то тебя так целовались. Я говорю, счастья нет предела. И вот откуда вот началась эйфория. Вот она, не там на стадионе. На стадионе была подавленность и опустошенность. И я вот, я понимаю, я вторая, это медаль, Олимпиада. Ну это же просто вот невозможно передать то, что чувствует человек, представляете? Вот. Но радости не было. Долго было на контроле, потому что анализы вспотели, все вышло выжатое, как лимон. И я еще мужу там крикнула, Лев Дмитриевич ждал, мой тренер, что все закончились. Ждали меня, я говорю, в деревню не вези, поехали домой, в Измайлово. Вот. Приехали, а там, где у нас гараж, там эти ребята любили, ну, Николая моего все любят, да и меня тоже, хотя я с ними не общалась так уж, но они там, короче, ребята поснимали это, и они ждали, мы приехали в 2 часа ночи, и они из окон кричат, Света, Света, ждали. И шампанское, ждали, ой, это вообще потрясло меня, простые, там работяги, там один Володя, таксист, он это все снял, шампанским выбегает, а гараж прямо напротив и окон. И вот они вот так вот нас встречали. Я пошла в ванную причесываться, и вы не поверите, вот такой весь один седой волос, белый через всю голову вот здесь. А я так смотрю в зеркало, и думаю, отсвечивает, не отсвечивает. Взяла маленькое, пошла к окну, и все белый. Я мужа зову и говорю, Коль, что это у меня? Он говорит, седой волос. И вот этот вот Олимпиада моя выразилась так. Я говорю, что делать, оставить как украшение? Да ты что, выдернул? Я говорю, сбереги Олимпиаду. Это вот. Ж не седой волос, да. Это жемчужный волос. Ну, наверное. Но, конечно, все уже не было, как говорится, полная опустошенность была. Ну, везде приглашали, везде надо было выступать, и это замотали нас достаточно долго. А, слетали в Японию. Ой, в Японии, я же легко могла там установить рекорд. Ну, представляете, там своя история. Это после Олимпиады? После Олимпиады, это, не помню, как назывались соревнования, но типа матч олимпийских звезд. Mm-hmm. То есть все олимпийцы были, призеры, все призеры, но не все. Вот Слупяник не прилетела, mm-hmm. понимаете? А зачем? А вот именно. А у меня и там контроль брали, на контроль, но соревнования. А ее нет, и там никаких... Таких сил соревноваться-то не с кем было практически, понимаете? И как начались соревнования, после первой попытки, естественно, что это было далеко, я там 21 с чем-то толкнула, но не с первой попытки, там со второй, допустим, хоп, установил соревнование, ну, результат засчитали. И он мне говорит, там что-то, он говорит по-японски. Какой по-японски? Там начинаешь, там, кто знает, что надо. И он там мне показывает флаг, что следующий там, ну как уже там перевели девчонки,
которые из других стран. А там еще японка была, которая перевела на английский другим девчонкам, они уже мне. Обувь моя не подходит, таких нельзя. На Олимпиаде можно, а там нельзя было. А это же боевые мои, я же их берегла как зеницу ока. Я говорю, как это нельзя? Нельзя. Прибегает этот Станислав Владимирович. Снимает свои ботинки? Нет, нет, нет. И он говорит, значит, Возняк, старший тренер, оттуда он нас не мог в сектор. Что случилось? Я говорю, я не понимаю, но, говорит, не подходит обувь. Он берет переводчицу, обувь не подходит. Почему вдруг? Я говорю, я на Олимпиаде в них, это ж мои боевые. Короче, пока туда пошли, размер, соревнования стоят. Все, разминка, эти все настрои, вот это уже все закончилось. А девчонки давай мне свои отдавать. Вот, о дружбе, кстати. Ну, ясное дело, они же знали, что там со мной уже делить нечего. Я в любом случае выигрываю. Следующие метры были 17, там, ну и так далее со всеми остановками. Ну, конечно, я уже в пробной просто швыряла, ну, просто играючи. Это было видно. И они, какой размер, давай, и снимают, и это мне дают. Я взяла какие-то на вторую попытку, пока там бегали, искали мне на фирме какие-то другие. Короче говоря, что-то я там натолкала, приносят тапочки, они мне не подходят. Опять я беру у девчонки и со злобы как там толкнула далеко. Опять они кол воткнули, и опять соревнования остановились. Опять Возняк бежит. Что случилось? Я опять не понимаю. Мне эти говорят, рулетки не хватило. Понимаете, у них только 20 метров рулетка, а там за 21. И не хватило рулетки. Теперь кто-то из судей побежал за рулеткой на склад. Это ж Япония, надо же. Это Япония. Вы понимаете? И вот эта волна сбилась. А я же уже не тренировалась после Олимпиады, ничего. Я просто была свежая, отдохнувшая. Я там могла такое натворить, даже уж не знаю что. Вот, если бы не два таких сбоя. Вот так закончилось. 21, там 17 или 27, что-то такое. Вот. Ниже моего рекорда, но за 21. Ну, вот такими стоянками по 15-20 минут. Но там весь настрой, конечно, уйдет. Вот так вот закончились мои соревнования. Ну и все, и дальше пошли тренировки, на которые я приходила, и не было сил раздеться, переодеться. А когда хватало сил, я по стадиону пробегу 100 метров и чувствую, не хочу, села. И так проходил месяц, месяц, ну и потом я длинную щепу заканчивать. Все, нутро пустое, вот. И нечем, нет. Знаете, нет эмоций, нет ничего такого, чтобы меня могло простимулировать. Ну да, все закончилось. И пока я пыталась восстановиться, и та Олимпиада закончилась. Потому что в Америке бойкот. Они нам, и мы вам здрасте. На этом все и закончилось. Что бы вы сказали о Московской Олимпиаде? Вот знаете, каждые игры, они отмечаются каким-то своим героем. Может быть, вот в легкой атлетике вы считаете, кто-то вот, ну, действительно звездой стал. Или вообще, вот если следили за Московской Олимпиадой, могли бы назвать вот двух-трех героев игр спортивных? Не имеется в виду легкая атлетика только? И легкая, и нелегкая атлетика, да. Это для меня самый сложный вопрос, потому что как таковую Олимпиаду я не видела. Все только по телевизору и все только урывками. Поэтому выделить кого-то, я даже не знаю, кого. Но я, например, вот болела за Виктора Санеева, который у него уже была бы четвертая Олимпиада, так хотелось, чтобы он выиграл. Вот. Но, балтийскую спортивность. Да, но, понимаете, так складывалось вот этот период, когда была Олимпиада, именно легкая атлетика, я смотрела разные виды. Ну, сейчас я даже не помню. Я много смотрела гимнастики, я смотрела там игровые какие-то виды. Что-то я смотрела, но, понимаете, то состояние, оно даже не отпечаталось у меня. И даже вот среди наших. Вот наших я точно знаю, что я болела за Виктора Санеева. У него очень больные ноги, как у нас у всех. После таких объемов, то столь длительного пребывания
под большими нагрузками. Конечно же, нет живого места. И мне так хотелось, чтобы он выиграл. Он такой порядочный, интеллигентный. Ну вот, не знаю, у нас такие хорошие дружеские отношения в команде были. Вот. Я очень хотела, но вот не получилось. Потом, кого еще? Даже не знаю, кого выделить. Вот сейчас, не знаю. Вот я рада за Надю Ткаченко, Семиборка. Боже мой, героическая женщина, героическая. Это 7 видов. Это вот, и у нее тоже было такое опустошение после того, вот как она закончила. Она так плакала, она рыдала. И вот из нее вот это вот все выходило. Она прямо умирала. Потому что все, последний вид, 800 метров, да? Бег, да. Она рыдала в голос. И мне хотелось с ней вместе плакать. Мы потому что были на сборах, когда в Подольске. Вот. Ну, вы понимаете, почти круглосуточные тренировки. Там же 7 видов. Тут один вид, и тяжело до невозможного. И штанга, и бегать, и прыгать, а техника. Но там еще подвести себя надо под результат. То есть все, а у нее их 7. Просто до изнеможения. Вот кого бы я выделила, это точно Надю Ткаченко. Вот 100%. А потом уже Витю Санеева, потому что она просто героиня. Что бы вы пожелали вот молодежи, которая будет смотреть в интернете это интервью, тем, кто еще ищет себя, начал заниматься спортом? Ну, если они начали заниматься уже легкой атлетикой, да, и серьезно, то надо со всей серьезностью и отнестись. И ни в коем случае не сочковать. Я бы так сказала, тренер сказал 10 повторений, сделай 10 или 11, но никак не 9 или 8 или меньше. Вот это первые ступеньки для успеха. Если ты превознемогаешь себя, тебе тяжело, и ты все равно сделал, и стремишься к этому, и если у тебя болят мышцы, и тебе завтра не хочется на тренировку, и ты не пошел, ничего не получится. Но если у тебя болит, и тебе не хочется, потому что болит, всегда все болит. Не бывает такого, что у спортсмена что-то не болело. И ты пришел, это уже следующий шаг. То есть очень серьезно надо ко всему отнестись. И надо, конечно, ставить перед собой задачи, чего ты хочешь достичь. Или просто в компании тренироваться, за компанию с подружками, с друзьями, или достичь каких-то результатов. Вот это имеет, конечно, большую роль. Если это все осмысленно, если ты хочешь действительно достичь чего-то, тренироваться, несмотря ни на что, и двигаться, слушаться тренера само собой, и исполнять все. Болит, переболит. Есть такая поговорка у спортсменов: если ты встал утром и у тебя ничего не болит, значит ты мертвый. Вот это 100%, потому что болит всегда. Как к этому отнесешься? Вот это я просто сказала о целеустремленности. Это главное. Ну что ж, друзья, только что вы слышали интервью очередной нашей героини, участницы Московской олимпиады, серебряной медалистки, заслуженного мастера спорта Светланы Ивановны Крачевской. До встречи!